В Нининском краеведческом музее открылась выставка художественных работ «Мой Север» Олега Токмакова. Картины написаны в разной технике, объединены одной темой – любовью к Нининскому краю, в котором художник прожил всего 3 года. Далее подробность. Инженер-строитель из Ленинграда прибыл в 1962 году в маленький северный городок для строительства морского порта. Деревянные дома после большого каменного города, национальный колорит после вывесок домов мод. Все это произвело на него удивительное впечатление. Потому что, приехав на Ринмар, увидев на улице девушку, одетую в зимнюю ненецкую одежду, он очень восхитился этой одеждой, он восхитился переливом красок, орнаментом, восхитился руками мастериц, которые шьют эту одежду. И, как вы, вот, наверное, видите, на работах его как раз-таки представлены как женщины в одежде ненецкой традиционной, так и мужчины. Художественного образования Олег Токмаков в тот момент не имел. А вот уже после возвращения из Нарьян-Мара поступил в художественное училище имени Мухиной. Говорит, что на севере за 3 года жизни здесь, в Арктике, он состоялся как художник. И именно вот этот опыт проживания здесь, именно, скажем так, работа и творчество здесь, на севере, помогли ему с легкостью поступить и закончить с отличием это училище. За 3 года жизни в округе свою руку инженер-строитель приложил и к старому дому культуры в окружном центре, и к зданиям в нескольких поселках. Но знают о нем больше по другому культурному объекту. Имя Олега Ивановича было связано всегда, я знала о нем, только как об авторе памятника «Обелиска Победы», который был открыт в Нарьян-Маре в 1965 году. Я, собственно говоря, никогда бы не предполагала, что человек со строительной специальностью, с художественно-строительной специальностью, проектировщик, может стать художником. Свои работы он начал передавать в фонды краеведческого музея еще несколько лет назад. И на данный момент в музее их насчитывается более 50. Он пронес такую теплоту воспоминаний о нашем крае, о нашем округе, о городе Нарьян-Маре, о Нерьминосе, о Хангурее, о тех людях, с которыми ему довелось встречаться. И это так явно прослеживается в его работах. Они такие теплые, они такие естественные. И это их очень интересно рассматривать, потому что они погружают нас вот в ту атмосферу начала 60-х годов, 20 века, когда было много романтики, когда были большие надежды на светлое будущее. И здесь очень красивые лица у людей. Выставка «Мой Север» – это финальная в 2020 году выставка, которая будет работать в стенах Ненецкого краеведческого музея до 16 января 2021 года. Екатерина Дементьева, Антон Выдряков, телеканал «Север».